Бумбаса. А, дорогие зрители. Мы продолжаем проходить Кастельванию. Lord of Shadow. На очереди у нас... Пятая глава. Лес Вероса. Оказывается, пан снова спас Габриэлю жизнь. Его прибытие столь неожиданно. Габриэль вступил на землю вампиров. Холодная зима стояла здесь веками, вытесняя обитателей в более теплые места. Особо упорных, оставшихся здесь, ожидают кошмарные ночи, когда холодная смерть навсегда заберет их близких. Вампирам холод нипочем, и они вселяют ужас в тех, кто ищет доброты и тепла. Этой ночью придет воин. Рыцарь в блестящих доспехах, несущий смерть. Он идет за вами, дети ночи. Да. Я иду за вами. Ну, неплохо. Мне больше на такой внешний вид локации нравится. Так, давайте сразу зачитаем, что мы там не читали про персонажей. Что-то бестиарий у нас появился новое. Детеныш ведьмы, блин. Эти полулюди-полуптицы являются потомками вороны-ведьмы Малфы. Детеныши ведьмы способны дышать огнем, но чрезвычайно нежны. Часто умирают в пылающем взрыве. При этом, как и многие магически призванные сущности, они недолговечны и умирают своей смертью через несколько дней после рождения. Окей, чупакабры, я знаю. Что там у нас пан? Пан это наш этот невнятный чувак, да? Блин, у меня много очков, кстати, можно прокачать, наверное, способности, продвинутые приемы. Базовые же не прокачиваются, нет? Мощная направленная комбо, это что у нас? А. Ну, давайте возьмем. Сильнейшая направленная комбо. А. Знаем, пила это что? Ого. Прикольно. Запомнить бы. Так, а что у нас усиление? Хорошо. О, так, пацаны какие-то уже бегут. Неплохо. Это... О, меня феи отняли, прикол. Их заново придется искать. У меня, по идее, вроде бы 8 уже фей. Потому что я прошел по предыдущим локам. И места, которые были изначально недоступны, стали доступны. Так, вот это я знаю, как проходится. Наверное, знаю. А, у меня магии теней-то нету, бляха-муха. Значит, вернемся на это место, только найдем... Точно. Ой, господи, опять этот пиздец. Мелкий урод.
Так, оп. Бомба, оп. Так, пиздюк туда побежал, да? Так, а вот и источник. Я там видел, можно наверх запрыгнуть, но не мне. Чё, рано. Здесь тоже можно разрушить стену. Мудак мелкий. Я сейчас только увидел, что охерите ко мне задержка на стриме. Это 1.5 минуты что ли задержка идет сейчас. По идее, да, примерно минута задержка. Господи, не херять, надо будет разобраться с этим темой. Ну да ладно. Разберемся. Ого. Да ё-моё. А! И вот камера бывает, да, неудобно принимает местоположение. Вот вообще не видно, что происходит. Кстати, в издательствах как раз вот на это и жаловались. Да ёб тебя за ноги. Многие из этих жаловались на то, что, блин, вот ракурсы камеры, блин, желают лучшего момента местами. Как это было не продумано. Кажется, если делаете камеру фиксированной, то в боевых моментах его оставляете так, чтобы можно было видеть врагов, что они делают. Оп, чувачок у нас. Завиток. Мы много раз могли наблюдать чупакабру в этом районе. Они не считаются серьезными и опасными, смертельно опасными или зловредными, скорее надоедливыми. Мне нужно сообщить братству, что они указали моим соратникам собирать как можно больше цветений с феями. Пишут, что чупакабры восхищаются всем, что имеет отношение к феям. И цветение можно использовать для их отвлечения, чтобы незаметно забрать все награбленное. Ага. Награбленное. Но наверх пошел. А, это вон там наверху он, да, стоит. Я вижу тебя, чувак. Как мне залезть тебе?
то есть не... Дила мелкий издевается надо мной. То есть мне предлагает заюзать... Огонь. Странная камера. Спасибо за что мне показываете то, что я должен знать, по идее. Что я знаю, как бы. Попался, пиздец. Я запасы кристаллами теней, ведь они очень помогают в бою. Я наткнулся на старика, который выглядел одичавшим и дряхлявым, но его глаза сверкали, как у мудреца. Он заявил, что у него дружественные намерения, и спросил, нашел ли я оставленные им для нас реликвии. Я ответил, что ничего не понимаю, на что он сказал, что будет молиться за меня, и внезапно растворился во тьме. Что он подразумевал под реликвиями? Хрен его знает. Я знаю одно, что надо вернуться назад. Так, пойдем сначала вперед, посмотрим, что у нас тут. Блин. Пацаны, ну... Это я очень медленный, не знаю, зачем мы сделали для добивания обычных врагов такое длинное КТЕ, где ты стоишь, тупишь. Непонятно, у нас длинные. Так, ну это я знаю, где мы сейчас прыгнем, да? Окей. Но мы сейчас пойдем назад. Вот сюда вот так зажимаем, меняем, но мне это нахрен и не нужно. А вот этот ты мне нужен, Кинкера, что у тебя есть кристалл жизни наконец-то. Так, отсюда я пришел, да? Нет, стоять. Угу. Да, я пришел отсюда. Понятно. Где-то я видел еще стены. Но там стена, это стопудово, это дальше, да, идти. Где-то здесь была еще одна стена. Вот она. Что здесь у нас? Пацан. Еще один, отлично. Эти штуки мне не нужны, наверное, добраться нельзя, к сожалению. И вот еще одна. И еще один пацан, нормально. У него красный кристалл. Ладно, вроде бы все. Конечно, давайте еще на разок осмотримся. А, мне показалось? Да, мне показалось. Если вы слышите какие-то стоны на заднем фоне, это Аня смотрит какую-то хель и ржет. Ржет настолько громко, что слышно на стриме. Вроде бы слышно. Я точно не уверен. Но... Никак. Да, слышно.
Такие дела. Еще один пацан. Мы практически дошли до Виггола, а до вампирского замка рукой подать. Нужно найти кровь на ночь, чтобы переждать возможное нападение. Мороз очень сильный, и все труднее становится отсылать сообщения брату. Прошлой ночью я получил депешу. Получил депешу, что нам нужно собраться в деревне Вигол для штурма плота вампиров. Да поможет мне Бог нам. Не. Ну, мне Бог, но я боюсь, что и сам стану одним из кровососов, потому что. Да нет, ты не стал. Ты просто замерз нахрен. Почему твоя проблема, чувак? Проблема в том, что ты замерз. Так. Опа, а вот замок прикольный. Вот, сразу чувство. Не чувство, а. Не знаю, как это назвать. Блин. Всплывают воспоминания о прохождении первой Кастельвании, самой первой. Поход до замка Дракулы. Очень прикольно было. Но игра, к сожалению, сложная. Естественно, такая сложная. Блин, а мы все закончили? И мы все нашли? Отлично. В этом тоже. Я к тому, что я хотел пройти все Кастельвании, но осилил только первые три. Это первую Кастельванию на NES, вроде бы на NES, а потом Simon Quest, вторую Кастельванию, и Кастельванию The Adventure, что ли так называется, блин. И не знаю, буду ли я их проходить, они что-то не сложноватые какие-то для меня показались. Деревня Вигол. Эта деревня – один из последних оплотов цивилизации в этом краю смерти и вечной мерзлоты. Она расположена неподалеку от вампирского замка, нашей следующей цели. Мне нужно уладить здесь кое-какие дела. Дела, которые могут испортить наши планы. Я разберусь с ними, а потом постараюсь встретиться с Габриэлем. Он ни разу не спал после той девочки. Его лицо искажено болью, но в душе лишь пылает ненависть. Мы не будем говорить об этом. На самом деле нет. Ну, как бы да, по первой Кастельвании. Но замок похож был, я сейчас только понял, на... Кейн Хёрст из Бладборна. А вот эти локации, ну, в принципе, если бы были бы разморожены на деревню там, рыболовов. Опа. Зашли так в домишко. Ого. Бля. Ну, радует одно, что хотя бы дают подсказки о том, что вы не можете сюда зайти. Это радует. Но зачем-то делать эту стену, если, блин, можно было просто без стены обойтись. Новые враги? Вампирята? Безусловно, локация мне нравится. Парень, давай цветок. А, высланные брасом подкрепления должны скоро прибыть, но боюсь, даже когда нас будет недостаточно, чтобы сдержать натиски этих тварей. Брат Федерик сообщил мне, что феи в соединении с магией света могут помочь в борьбе с кровососами. Проблема стоит в том, где отыскать этих фей. Но они вроде умирают, феи, когда это... Ну сейчас посмотрим, что у нас кровососы нет. Колокол? Он кто-то живет в этой деревне?
Гибриэль, давай не уходи далеко, потому что там я по-любому что-то есть. О! Боротюня. Хвала Богу, что ты до сих пор жив, мой друг. Владыка оборотней побежден. Его силы мои. Что такое? Я поздравляю тебя с победой, но этим людям повезло меньше. О наших намерениях разнеслась молва. Вампиры разнесли в прах целую деревню, а сейчас они ждут нашего появления. Это аббатство. Мне сказали, что у аббата есть древняя реликвия, которая дает свет ярче солнца. Говорят, что она способна сжигать вампиров, превращая их в пепел. Эта реликвия оберегает аббатство и тех, кто там укрылся. Но аббат забаррикадировался внутри и заставил все смертельными ловушками, дабы отпугнуть гостей. Спустя годы уединения, как некоторые говорят, он сошел с ума. Он проживает вон там, в самой высокой из башен. Если бы мы только могли убедить его отдать нам реликвию, она дала бы нам неоспоримое преимущество перед вампирами. Но это будет непросто. Это не важно. Заберем ее. Он оставил людей умирать. Гули. Гули? Прикольно. Так, сейчас сделаем одну штуку. Мне кажется, что на самом деле задержка у меня не трансляция, задержка. Вот что мне кажется. Это просто у меня отстает запись. Да, скорее всего, так оно и есть. А ты хочешь, чтобы минуты две? Я вас уничтожу! Ого! Я вас уничтожу! Я уничтожу их. Чувак, извини. Если мы не заткнем дыру, они вернутся. Дыру надо заткнуть? Окей, сейчас сделаем. Чем заткнуть ее? Помоги мне. Только вместе мы сможем свалить эту статую. Давай. Я иду. Сможем ли мы заткнуть дыру этой статуи? Если мы не заткнем дыру, они вернутся. Гули, 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 гули. Я пошлю вас назад в исподнюю. Перекрыть им выход. Так, ну давай. Как ее? Понятно. Собак, помогай. Нужно, чтобы ты толкал статую с другой стороны. Давай. Как пожелаешь. Давай, 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 давай. Сможем ли мы заткнуть дыру этой статуи? Да. Если мы не заткнем дыру, они вернутся. О, господи, давай. Мы уже мертвая плоть.
оставаться в своих норах. Иди сюда, малыш. Мы должны перекрыть им выход. Да я понял, ну... Но как это сделать? Ага. Так. Окей. Зобок, давай, помогай. Помоги мне свалить статую. Держись, я иду. Блин, там еще и пацаны. Ого, камушек забрал. Так, подожди, зубок. Ты там не торопись их убивать, потому что мне кажется, что мы сейчас это... Локацию съебемся, да, и все. Конец. Вон какой-то еще там ништяк, я вижу. Да, можно запрыгнуть. Зубок, ну ты че? Одного что любить не можешь. В чем твоя проблема, друг? Да нет, зона задержка какая-то, блин, спонтовая. Здесь можно перепрыгнуть? Нет? Ну да ладно. Допустим. Окей. Выбрались. Сейчас забираем свиток. И читаем. Мы должны были собраться здесь, чтобы подготовиться к штурму замка, пока никого не увидел. Так что укроюсь в мавзолее на ночь. Здесь небезопасно, вурдалаки, вампиры, в поисках заблудших душ. И я не хочу быть схваченным снаружи. Вурдалаки представляют особую опасность, ибо рвота их чрезвычайно ядовита, а мои силы магии света почти иссякли. А она единственная панацея от этой гадости. Но это мы знаем, в принципе. Бессмысленно было туда рассказывать. У нас даже надпись появляется, когда мы отравлены. Так, стреляемся. И залетаем вовнутрь. Блять, этого у меня нету. А, мы сейчас получим крест. О, отлично. Наконец-то. Нам можно будет вернуться на вторую локацию. Или во вторую главу. Чтобы достать оттуда реликвии и вытащить. Потери кадров пошли, бляха-муха. Ремесленник, изготовивший цепь-крюк для боевого креста Ринальдо Гандольфи, пожелал еще больше приспособить свое оружие к рукопашной схватке, особенно против порождений ночи. Для этого он разработал и приладил к кресту специальный кол, благодаря которому оружие и получило свое название «Убийца вампиров». Приладил? Ну ладно. Да, «Убийца вампиров» есть, отлично. Ну? Этого ты не мог так делать. Можно было обычной палкой так сделать. Заходим, убийца вампиров есть. Да, управление, ты что? Ты творишь? О, уничтожено. Один на один, кол на один. Улучшение оружия не найдено. А, это там, потому что не могу, да, прыгнуть. Продолжаем приключение.
Катакомбы аббатства? Мы находимся глубоко под аббатством и готовы ко встрече со злом. Аббат Винсент Дориан некогда был добрым человеком, помогавшим жителям Вигола. Но сейчас он стал коварным трусом, закрепившимся внутри аббатства и расставившим повсюду ловушки. Беззащитные люди заплатили жестокую цену за его предательство. Настала ночь, так что на нас в любой момент могут напасть вампиры. Мы должны быть бдительны. Мы должны работать вместе, если хотим отобрать у аббата его реликвию. Это очень сильно нам поможет позже в борьбе против полчищ вампиров. Окей. Да, будем забирать то, что принадлежит нам по праву. Вампиры, да? Нет. Кто это? Ну? Ну да, вампиры. Ведьмак третий вспомнился. Вампиры, осторожнее, люди. Путь нелегко. Людей, которыми вы однажды были, давно нет. Давай. Ага. Отвали от меня. Так, ну, воин-вампир. Фенрир, да, вроде назывался ведьмаки такой по типу вампира. Или мне кажется. Вампирами могут стать различные существа. Сама по себе церемония превращения предполагает обмен крови между носителем и будущим вампиром, однако вампирит должен быть принят обращенным, поэтому он остается уделом только разумных существ. Низшие вампиры обычно принимают облик летучей мыши. Спустя столетия, когда они станут более могущественными вампирами, вампиры становятся более похожи на людей и получают способность превращаться из животной формы в людскую. Обычно можно оценить силу вампира по его внешнему облику. И те вампиры, которые выглядят точно как люди, обычно необычайно сильны и чрезвычайно опасны. Эти же вампиры-воины, видимо, обречены недавно и не могут скрыть того, что являются существами низшего уровня, подчиненными более владыки вампирам. Где? Не, их. Ага. Что там? Ты... Пока мерзкие твари. Ну, голда, в принципе, не нужен, я так понял, да? Потому что я только одного прокол. Я вижу то, что поможет нам открыть дверь. Да ладно. Пошлю вас назад в преисподнюю. Вы покойники. Ого. Бляха. Отвали от меня, ты гадость. Да, получаем. Дальше. Мне не нравится, что музыка играет. Давай, я открываю, а ты защищай меня. Мне нужна твоя помощь с рычагом, Зобек. Держись, я иду. Зобек. Зобык, я перешел. Лучше бы вам оставаться в своих норах. Зобык, а чем мне здесь делать?
уже мертвая плоть. Ага, ясно. Давай. Блять. Вы покойники. Что там у тебя еще? Ого. Все? Вытягиваем эту штуку. Потащили туда. А нам там понадобится. Этот грёбаный аббат хорошо защитился. Нам потребуется два ключа, чтобы отсюда выбраться. Блин, он меня вообще тормозит. Без смысла сюда его смотреть. Я просто... иду. Да, куда он втыкает? Давай его сюда воткнём, блядь. Втыкай. Втыкай. Один сейчас откроем проход, возьмем ключ, да, откроем потом второй проход, да, зубок. Знаешь, не закрывается дверь? Не, не закрывается дверь, все отлично. Я... Пойдем. Искать ключи. Держи следующую плиту, или мы здесь сдохнем. Торопись. Торопись. Подними следующую плиту. Давай. Удерживай следующую плиту, скорее. Зобек. Зобек, давай. Двигайся вперед, удерживай плиту. Давай, давай. Быстрее, или мы погибнем. Окей. Нормально так. Вот один из ключей, которые нам нужны. Круто. Один ключей. Так, есть здесь ли секреты? Можно ли здесь стену сломать? Нет, это просто тупо ловушка и все. Понятно. Давай дальше, блин. Поглядим, что у нас тут. Так, ключ вот я один вижу. Из ключей, которые нам нужны. Окей. Но нужно бревно то самое. Поэтому пойдем его возьмем. Зобок, мог бы принести мне его? Ты понимаешь, что ты дед старый, ну как бы молодым дорога. Ты все равно умрешь. По мне спинку надевать его. Так, что это делает? Зобек, помоги мне с рычагом. Держись, я иду. Давай. Быстрее, я не смогу долго его удерживать. Я же могу его долго удерживать. Можно ли было туда стрелять? Это не нужно. Это ничего нету. В любом случае. Допустим, вот этот вот.
парень зеленым кристаллом. Оп. Оп, пойдем. Да, смысл было второй вставлять, если дверь это до того, где ставил. Ну, допустим. Так. Что у нас тут? Ничего. Что это? Телепорт, ловушка, что это? Какой цель? Какую цель вы мне показываете? А это что? Что это такое за бак? Здесь какое-то странное устройство. Да я его вижу. Но проверять особо не хочется. А, я слышал, что Гандольфи отправился на поиски того вампира, что забрал его горячо любимую дочку. А, вот первопричина того, почему он создал боевой квест и реликвии, улучшающие его. Я проходил мимо мавзолея, где могла бы храниться одна из этих реликвий, но сам крест хранится в тайне в подземном убежище Браса. Так что реликвия не предоставляется для меня, не представляет для меня никакой ценности. Интересно, увидим ли мы когда-нибудь его применение в бою? Будет ли когда-нибудь исполнено пророчество? И узнаем ли мы, наконец, судьбу Гандольфа? Боевого креста я получил, кстати. Вот он, да? Нет? Да ладно. Может быть, так вот? Нет. Ладно. Так, пока не наступай, дед, на эту херню. Странно, я... Сверху, что ли? Вижу какой-то спрыг-прыг-прыг. Ага, вот еще пацанчик. Нет, нам не нужна подсказка решения головоломки. Мы еще даже не поняли, в чем загадка. Но это где-то часики. Там вообще мне камера не показывает. Можно наверх забраться, да? Это магическая печать, наложенная Батом. Должен быть способ ее снять. И...
Я пока не понимаю. Я вижу там тупы. Но не пойму, как залезть. А то, что камера не поворачивается, это вообще классно. Ну, а что я могу сломать? Нет. Кинжал, сейчас у меня здесь кинжал. А если кинуть мне кинжал? Это магическая печать, наложенная батом. Должен быть способ ее снять. Я понял. Печаль, наложенная база. А в чем догадка заключается? То есть найти способ обойти ее? Я даже не знаю. По дереву ты залезешь, нет? А, здесь я вижу. Нет, он не запрыгивает. Добык, подскажи. Блин, что-то я упускаю. Что я могу упустить? Это магическая печать, наложенная батом. Должен быть способ ее снять. Наверное, есть. И что здесь, я пойду дальше. Ну, с подсказкой неинтересно, если это такое. Что за часы вот? Они ж не зря тут стоят. Или зря. Магическая печать, наложенная батом. Должен быть способ ее снять. Как это не работает? Блин. Он в бестиаде появится. А, вурдалак еще. А, несмотря на всеобщее мнение, вурдалаки не являются нежитью. На самом деле их предками были люди.
но диета из трупов и гниющего мяса превратила их в ужасных монстров, блуждающих по кладбищам и могильникам. Бурдалаки обычно живут под землей, но порой выбираются наружу небольшими группами для собирания съестного. Работа бурдалака чрезвычайно ядовита, но может быть отражена магией света. Так, а где там подсказки-то у нас? Посмотрев решение, вы решитесь награды. Награды пяти хаточек. Так, а как у нас там... Непонятно. Это магическая печать, наложенная аббатом. Должен быть способ ее снять. Как они все разумны? А могу ли я с обратной стороны зайти в какой-то портал? Магическая печать, наложенная аббатом, должен быть способ ее снять. Это магическая печать, наложенная аббатом, должен быть способ ее снять. Я даже не знаю, чувак. Я вижу, что можно прыгать вот по этой штуке лезть, но это все, что я вижу. Наверное, отгадка вообще элементарная. Господи. Но отгадка, походу, вообще элементарная. Я дурак профукал бы, но и не нашел эту стену. Надо быть внимательнее. Сейчас сам нанесите, да?
Ладно, здесь хотя бы у нас есть что-то. Баф. Погнали, дед. Я понял, куда пойти надо. Надеюсь, ты понял. Это же, блин, очевидно, эта вещь. Что за пол? Куда его втыкается? Ну, понятно. Вас всех постигнет та же участь. Лучше бы вам оставаться в своих норах. Нет. Не смейте ко мне прикасаться. Надо быстрее, да? Кто? Удерживаю устройство в этом положении, Зобек. Это хорошая идея. Я понял, Зобек, что ты просрал. Я вас уничтожу! Что ты там тупишь, а? Пока мерзкие твари! Зубок, иди давай, держать бы. Зобек, удерживай устройство ровно. Держишь? Как пожелаешь. Давай, давай, переходи скорее! Окей. О, ты за камушку что отходил? Нормально. Ну, за камушком я сходил, за... так, теперь надо сходить нам туда вот. Здесь на что? Вот там. Пока мерзкие твари. Ай, что так долго? Да, Зубок? Удерживаю устройство в этом положении, Зубок. Держись, я иду. Иди на другую сторону, быстрее! Бегу, бегу, бегу. Спасибо. Да не надо мне хилки, блядь. Писанина, ну ты пока там делись, а представь. Я, должно быть, рехнулся, как иначе я могу согласиться на подобное задание. В одиночку проникнуть в аббатство, чтобы вернуть некую реликвию безумия. Это место полно дьявольских ловушек и неописуемых существ, готовых высосать из меня остатки жизни. А сейчас добыть, блядь, если... Это бессмысленно. Вас всех постигнет та же участь.
Да, это же бессмысленный момент. Да, это бессмысленный момент. Лучше бы вам оставаться в своих норах. Нет, стой. Что, вы там одного убил? У нас последний бит зубов. Давай. Раз, два, три. Зобек, удерживай устройство ровно. Как пожелаешь. Держишь? Давай, давай, переходи скорее. Я бегу, я бегу. Оп. Отлично. Изи вообще было. Загадка была. А чё, больше эти не полезут, да? Танчики, да. Ну, всё, в принципе. Можно было, я нашёл. Опа, да, все кристаллы нашел. Окей. Сколько у нас тут? Час, час. Стрима, библиотека, баста. Расставленные аббатом ловушки действительно хитроумны. И все же нам удалось пробраться в Клуатор. Это библиотеки рукой подать, если мне не изменяет память. Мой друг выглядит уставшим и обеспокоенным. Я вижу, что он скрывает нечто в глубине души. Он пытается избавиться от этого, заменяя его злостью. Мы не должны задерживаться. Мы должны найти Дорина и отобрать то, что нам нужно, пока вина не взяла вверх. Нужда многих перевешивает нужду одиночек. Мы не будем проливать слезы за погибших, ведь мы должны быть сильными. И любой ценой положить конец владыкам теней. Да, мы должны быть сильными. Зобек, мы сильные. Танчик. Ну? Где тот пиздюк, который украл у нас? Точнее, украл у людей. Так. Проход куда, проход? Куда промчал? Ага, ботан у нас. Кристалл у него. А, отлично. Ладно. Уверен, есть способ попасть отсюда в библиотеку. А мы не в библиотеке. Сейчас двери закроются. Нет. Ну это логично было. О, есть какие-то големы, а? Демон из плавильни, блин. Ищи выход. Я его сдержу. Ты уверен, что ты его будешь сдержать? Ого. Блядь. Почему ты не прыгаешь? Да ё-моё. Давай, щит. Б.
блять. А двойного прыжка нету. Да куда? Хитбокс, блять, ты чё? Хитбокс вообще шикарный просто. Дёргивай меня, блядь. Так, а если я сейчас фейку использую? Оп. Фейка не работает. Оп. Отдай свой щит. Он тебе не нужен нахрен. Зобок, ты, блин, где там? Вот она. Книжку я читал, ублюдок. Ну ты красавчик, блин. Выбирайся оттуда. Я подержу люк открытым. Норм. Загадки. Подсказка, да? Да. Это подсказка. Но нам не нужно. Зачем? Непонятно. Ну, допустим, я понял, что... А. Ну, это вот так вот делаем. Оп. Потом просто ударяем. Да нет, господи. Первый, ты. Всё. Мысли. Ты не до конца уже? Что не так? Почему ты не работаешь? Непонятно.
Чем здесь магия? Я не понимаю. Это баг игровой или как? Заработало. Говорю, баг был. Еще одна подсказка, да? А, черт бы его побрал, аббат расставил ловушки везде, где только можно. Я заметил одну интересную особенность феи, в самом деле могут отвлечь обитающих здесь тварь. Я спускал в ход свой запас цветений и наблюдал, как маленькие здания могли справиться с любым врагом. Надеюсь, что не расходую все, то мне придется худо. Да окей, в чем проблема-то? Ну, допустим, я примерно знаю, куда его. А вот мне ни хера не знаю, да? Ого. Здесь какие-то враги будут? Зачем здесь такой фей? Да и... прям иди пизде. А, бровь зачесалась. А, типа сейчас они нам не будут давать. Понятно. Ой, господи, Габриэль. Окей. Вот я не знаю, куда кстати развернуть. А, просто начал ударить его.
И еще. По всей видимости, в дырку надо. Так. Что у нас есть? Это я вижу. Не запомнили. Вниз, если смысл не пустота, неизвестно. Вот здесь пацан спрятался. Красным камнем. Не, вниз надо не канает спуститься, потому что... Там высоко. Опа. В чем проблема? Это тоже проблема. Читная база. Огонь, вообще ракурс. Нет, я надо кнопку нажимать. Окей. Пробить эту стену какую? Видимо, это какой-то секрет, да?
Не зря же здесь две стены было. Понятно. Изи. Головоломки. Да, все кристаллы найдены. Все. Все кристаллы. У нас 3 уровня осталось. Уже сколько? Уже поздновато. То, что я, наверное, пойду на боковую. Все, всем спасибо за внимание. Завтра попробуем еще постримить. Посмотрю по состоянию и по занятости. Ну и игра, в принципе, на пятой главе начала радовать. Уже как-то более интересно стало. Поменялось. Локации изменились более приятные. Вот. На этом все. Увидимся. Сайонара.